Нас разъебут. Нет. Проебал я такой, да. Школа дракона, Кирилл Снапко, тренер из Нева 33. Сейчас, сделай. Соревнования. В общем, что происходит? Идем на взвешивание на... Что это? Всероссийский кубок, проходящий в Санкт-Петербурге. Кубок в Балтике. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где взвешивание проходит? На втором этаже. Это прямо и направо там будет лестница на второй этаж. Окей, спасибо. Нас разъебут. Да. Спросите вы, готовились ли мы на соревнования? Тарлан, ты обманщик, тут все сильные приехали, ты что наделал? Тарлан! Куда ты сейчас ходил, что было? Ладно, это же добрая женщина вроде все объяснила. Типа у нас заявки нет, нас не регистрировали заранее. Это типичное соревнование по армрестлингу. Напоминаю, всероссийские соревнования, кубок Балтики. Короче, просто заплатим больше. Нет. Да. Вы вместо трешки заплатите 5 тысяч? Хуй знает. Тарлан, переводи мне деньги. Кто-то готовился на эти соревнования, понимаете? А мы просто пришли. Я вчера делал на бицепс 50 килограмм. Я 40. Мы вчера тренировались. Завтра соревнования. Мужик был на первом моем мире, который подошел ко мне, такой, типа, проебал. Я такой, да. Он такой, забей хуй. Мне 50. Я только начал выигрывать. Я кандидат мастера твоего болта. Берешь руку вот так, сосаки заламываешь и просто человек валит. Я смотрю, я вам сейчас что предлагаю? Не уходить не буду. Ждать до конца взвешивания и от нас требовать. Вы уйдете, мы завтра уже никого не будем. У вас был один человек. Завтра, знаете, вот, у вас есть хмао, специальная вот такая бумага. Это не страшно, не капризничать давайте. Мы не капризничаем. Я думаю, это надо. Думаете, это нам надо? Ну, слушай, ну никому не надо. Ну что, мы можем вообще здесь вот... Я же делаю порядок. Вы хотите развитие армрестлинга? Если не хотите... Так мы его развиваем. Так вы мешаете развивать, мы развиваем. Нормально вас встретили? Нет. Я вообще не понял, как я за одну ночь 4 килограмма согнал. О, кошмар. Зато, возможно, я поборюсь с Шаланом. Вот, знаете, если честно, я хочу все нахер бросить и туда приехать. Давай. Роман, мы ждем. Должен знать, вот в эту часть впиваешься и прямо по ней идешь. Если бицепс дрочил, можешь немного по бицепсу тоже пройти. Все. Ну, вот так. Так, это задание для... Короче, сейчас, пока Макс будет заниматься этой интересной методикой, мы будем... Пять спину вверх. Расслабить мышцы шеи, расслабить немножко лопаточную область, то есть ромбовидные, которые у вас за сведение лопаток отвечают. И, соответственно, чтобы вам было просто немного легче вверху, и у вас нихуя не свело, когда вы там, типа, выйдете, выставитесь, да? То есть, поэтому тебя сейчас вверх пробивать будем. Как себя чувствуешь? Как ощущение после массажа? Я как будто под пол этот... Провалился под пол. Завтра всех победим. Короче, все весело, увидимся на соревнованиях. Блять. Макс сказал, зарядки много. На камере 4%. Короче, мы проснулись. Сейчас будем разминаться. Руки болят. Главное не проебать первый схватку, если это не ландовый. Всевышний мне поможет. Даст мне первой схваткой какого-нибудь мручка. Потом уже можно, ладно. Короче, настрой боевой. Через часов-то у меня нет. Полчаса выходим. А спонсором данного видеоролика является бренд спортивного питания Vegas Anti. Все, что нужно для дальнейшего прогресса, есть у них на сайте. Если хотите увеличить свои силовые, набрать массу или привести свое тело в порядок, переходите по ссылочке в описании, заказывайте и пользуйтесь. А мы продолжаем. Школа дракона, Кирилл Снапко, тренер из Нева 33. Сейчас, сделаем.
задумал, сынок? Кинг, ты обязан дойти до финиша. Ты же сам отдаешь кубок поршня. Ты что? А, один мой хороший друг так сказал про кубок. Бесполезная жестянка. Даррелл, разве по правилам подыгрывать сопернику? Да разве он подыгрывает? Ему ж никак не объехать. Найденная действительно звезда мирового и российского армрестлинга. Алан Завоев. Достойный продолжатель династии Завоев. С гордостью поднимает. Короче, соревнования прошли. Надеемся, маленький видосик выйдет. Борьбу вы уже увидели. Из-за того, что наша форма была говном перед соревнованиями, второе место – это вообще охуенно. Ах ты, сукин сын! Поэтому не стыдимся второго места, а стыдимся тех, кто проиграл.